Вот вспомнил, как-то ребята задавали вопрос, покажите, как вы раскрепляетесь и прочее. Ну вот он мой стол, обыкновенный стол, тут как бы ничего такого умного нет. Вот, крестом сваренный. Вот. Единственное, что упреждение, у меня был однажды казус, вот, надо ставить, чтобы опоры опирались только на жесткости. Потому что если какое-то свободное место вы упретесь и придавите, там будет шишка. А можно додавиться, не соображая, что и краска нет. То есть перетянуть, притянуть куда-то, вот так, допустим, и все. Второй момент. Значит, очень часто мы делаем вот так. Вот берем такими скрепами, находим технологические какие-то отверстия. Ну, я стараюсь брать, чем, как говорится, дальше ранние точки берешься, как бы, тем лучше фиксируется. Ну, вот есть у нас этого... свои же болтушочки, можно их, так сказать, вставить сюда какую-то шайбу, крючочек или чего-нибудь надо придумывать. Ну, типа вот такой вот фиговинки. Они продаются в магазинах, вот такие крючочки бывают, подходят по диаметру, вот маленькие, допустим, или вот такой поставить. Вот, сейчас покажу, о чем речь. То есть, как говорят, голь на выдумке хитра. Берем, вот она тут крутится, вертится, болтушочек родной. Цепляемся и затягиваем. Но есть другой, более вариант. В том же магазине, где продается крепеж, найти чуть другую приблудочку. А приблудочка выглядит вот. И довольно часто по резьбе она подходит. Стоимость у нее смешная. Заходит у нее резьба не длинная. То есть даже закрутив ее, так сказать, до конца, тут же опять же вот она плоскость, которая хорошо ложится. И как бы, ну, хорошо, уверенно все закручивает. Ну, берем, закручиваем. Вот. И вот оно. Счастье. Дрынь. И вот так все фиксируется. Пожалуйста. Другой конец мы там. Куда нам надо? Допустим, сюда. Загнули. Ну, это я условно показываю. И все. И деталь у нас как бы, ну, зафиксирована. Так вот, вот такие вот штуки, очень хорошие, я им пользуюсь, у меня их тут вон куча всяких, я даже в свое время, поначалу не было грибов, делал вот такие грибы, тоже на основе их. Резьба, которая очень часто встречается на машинах, вот, и 8-8. Вот то же самое, все уже здесь есть. Там впереди у нас есть либо технологические отверстия, либо еще что-то. Еще раз повторюсь, желательно, чтобы вот эта опора как можно больше жалась на какие-то силовые конструкции, но не на вот эти вот места свободные. Вот. И опять же, не так, а именно вот так. То есть вот опора а здесь фиксируем, потом фиксируем впереди. Вот и все. Вот, собственно, и таким образом я фиксирую. Еще одна мелочь, удобная мелочь, это стульчик, который регулируется у нас по высоте. Либо он у нас вот такой, либо нажимаем, вот, садимся, нажимаем, ну, условно, вот, дрынь, вот. Стульчик на микролифте. Вот. Удобно, очень хорошо, когда на, по отношению к детали свою позицию. Бывает, иначе мелочи надо как бы задрать. Можно подложить. Надо, допустим, так чуть задрать еще больше. То есть низковато, неудобно. Вот, наклоняетесь, как бы, неудобно вам по высоте. То есть стул уже на минимуме это. Я вот эти не откручиваю, я подкладываю вон. У меня там есть пяшечки. Подкладываю под низ.
Ну вот, смотрим. Опять же повторюсь, вот эти не должны упираться. Вот фиксатор один. Иди. Вот, поднатянутый. Не сильно. Но тем не менее капот можно шевелить. Ну вот. Вот он, хозяин счастливый, помог мне, сидит. Помогает мне снимать, ставить, разбирать. Вот. Сейчас будем заниматься компотом.